Это все «Спартак Москва»! Максим Берсенев и Евгений Ильин. Забили 5-3, слава богу. Но я думаю, все видят, что над большинством работы не початый край. Что объединяет Игоря Болдина и Илью Ковальчука? Олимпийские чемпионы. Нападающие. Нас всех объединяет такая вот геометрическая фигура с буквы «С». В одной команде играть тогда. Оба играют в «Спартак». Играли мы вместе, поэтому очень приятно было видеть, поздравил его с днем рождения. Очень приятно видеть ветеранов во дворце, которые вложили сил много и всего-всего побеждали с «Спартаком». Поэтому, когда они приходят нас поддержать, это, конечно, дает дополнительную энергию. Спасибо им за это. Все бы так проводить, по 2-3 гола забивать, было бы здорово. Вы сегодня так вдохновенно играли. В чем причина? Даже не знаю. Коля вдохновляет меня каждый день. Пятая победа. Рекорд. Очень приятно. Ты забрасываешь за «Спартак» и в молодежной хоккейной лиге. Но каково это делать за основной состав? Ну, понятно, очень эмоционально. Это было видно по моему празднованию. Как бы всегда хочется набирать очки, забивать, отдавать. И сегодня получилось забить. Хорошо, что выиграли. Приятно, что сухарь, потому что любой вратарь в первую очередь рад не пропустить шайбу. Это наша цель, поэтому вдвойне приятно.